So we start the talk. Who want to ask any questions? Who has? Can ask. Мастер, у меня два вопроса. I have two questions. У меня такой глубокий страх. I have very deep inner fear. У меня бывает такое состояние, что я даже среди ночи просыпаюсь, у меня такое чувство, ощущение, что на земле мне нет жизни. Sometimes I wake up in the night and I have a state and feeling that on this earth I don't have a place to live or. А потом утром, когда я уже проснулась, я не хочу жить, я не сплю, закрытыми глазами лежу. И вот перед поездкой сюда я опять же лежу, уже время, я знаю, уже 10-11, а я не открываю глаза, потому что пусто. И был момент, последний раз, ты пришел, как-то мимо прошел меня, я открыла глаза и как встрепенулась. И этот страх все время, только начинаю медитировать или что-то, вот это чувство, что вот куда бы я ни приехал, куда бы я ни пошла, на земле у меня нет жизни. After waking up, I don't sleep and I don't want to leave and I just lie on the bed with closed eyes and even if I know that it's already quite late in the morning, I still lay down and don't want to open the eyes because I feel very emptiness inside. She saw like you would go pass it by her, and at that moment she shakes from the inside and just return it to life a little. И второй вопрос: у меня внутри такая невыносимая боль. Иногда бывает как приступ. And the second question is that inside she has so deep pain, it's sometimes like a very big wave comes to her. Я тогда вдыхаю эту боль и стараюсь выдохнуть благодарность, как-то выжить, что ли. Иногда помогает, иногда нет. Sometimes she tries to breathe in this pain and breathe out gratitude to survive. And sometimes it helps, sometimes not. И у меня такое ощущение, что у меня вторая натура, боль и грусть какая-то душевная. Но здесь я это радуюсь, я не знаю, это радость или что. She feels like sadness and pain is a second, her second nature. He sometimes feel more joy and happiness, but still this pain and sadness, it's still inside like second nature. Yeah, this is joy and sadness going together. Эти радость и печаль, они всегда идут вместе. This both has negative energy, positive energy. Мы имеем и негативную энергию, и позитивную энергию. Mostly, it is everybody is sad. В большинстве нашем мы все печальные. Whole world, almost. Почти весь мир.
Buddha says, "Sabbe sankhara dukkhadi." Будда сказал вот эти слова. Means whole world is dukkha, sad. Что значит, что весь мир в печали? Everybody missing something. Каждому чего-то не хватает. Even they don't know what is. Они могут даже не знать, что это. Sometimes you think I miss this, I miss that, I get. If I get this, I will be okay. If I get this, I will be okay. Иногда они думают, что вот нам нужно это или это. Если я получу это или это, то я буду в порядке. So nobody in the world who not missing. Нет такого человека в мире, кому бы чего-то не хватало. Nobody who say I have everything, I don't want anything. Нет такого человека, кто бы сказал, что у меня все есть, и мне ничего больше не нужно. So this is nature of the mind. Это натура, природа ума. Mind never satisfied. Ум никогда не удовлетворен. Whatever you have, he want always more and more. Чего бы у вас не было, он все время хочет больше, больше и больше. He never will say, okay, finish, I'm enough. Он никогда не скажет, все, достаточно. Нет, хватит. So everybody in this negative energy. Все в этой негативной энергии. And this negative energy how work? Then you have anger, you have greed, you have jealousy, you have possessiveness, you have ego. И вот эта энергия, негативная энергия работает так, что вы потом на вас нападают агрессия, жадность, ревность, стремление обладать. With these things, mind is built. И вот из всех этих вещей образован ум. So everybody has. И все это имеют. But everybody want be in love. Но все хотят быть в любви. Be joyful. Быть радостным. Because joy, love is our nature. Потому что радость и счастье это наша природа и любовь, радость и любовь. And sometimes you get. Иногда у вас это вы получаете. Sometimes you meet somebody, feel joyful. Somebody you get something, feel joyful. Иногда вы получаете что-то и вы радуетесь, когда вы с кем-то, вы тоже радуетесь. But this is temporary. Но это все временно. Not continuous. Ну, непродолжительно. So as and you thinking joy you get because this thing it means joy is outside. И вы думаете, что вот вы получили счастье или радость, потому что вот из-за этой вот вещи, и это будет такой внешняя радость. And everybody looking outside. Maybe I get here, I get there, maybe I get there. И все смотрят наружу, то есть, может быть, я получу это, или я вот это, или вот и после этого мне будет радостно. So it's something mistake is happening. Ну, какая-то вот ошибка случилась. Mistake like you thinking joy is outside. Ошибка в том, что вы думаете, что радость она снаружи. But really joy not outside, joy inside. Но настоящая радость, она не внаружи, а внутри. When you are joyful, then everything getting joyful. Когда вы радостны, то все вокруг становится радостным. And other things, outer any scene, anybody just become excuse to bring your joy. И все эти внешние вещи, внешние люди, все, что бы ни происходило, снаружи просто приносит вам эту радость. Then master meet you and master say, look inside, joy is there. И когда вы встречаете мастера, мастер просто вам говорит, смотрите внутрь, радость внутри. And then as you looking start, as your energy being start with you, this energy become positive. И когда ваше свидетельство начинается, как вы только начинаете направлять энергию внутри, эта энергия становится позитивной. Then master say, sit, relax, do meditation, be on, be self, be with yourself. Тогда мастер вам говорит, садитесь, медитируйте, будьте с собой, будьте омом,
Будьте внутри. When you being start, as you coming near to yourself, joy, this energy become joy. И как только вы начинаете становиться ближе к самому себе, ваша энергия становится более радостной. You coming to your heart. Heart is opening start. Вы идете в свое сердце, начинает открываться сердце. And then one day, when heart is very open, you are full of love and joy. И тогда однажды, когда ваше сердце открыто на полную, ваша жизнь превращается в радость. Then you enjoy the life you start. Да, вы становитесь полны любви и радости, и тогда вот ваша радость начинает, наслаждение случается. In your life, you enjoy to start again. Что бы ни случилось, не происходило в вашей жизни, ваше наслаждение, радость сохраняется. So this is how to enjoy the life. Has to, okay, you do your things and be with yourself. Это вот как наслаждаться вашей жизнью. Вы должны делать ваши вещи и в то же время быть с самим собой. Every day 1 hour, 2 hour or more time be with you. Do meditation, be with yourself. Каждый день, час или два или больше вы должны делать медитацию, чтобы быть вместе с самим собой. Meditation means this 1 hour I'm not doing anything. I my all energy with myself. Медитация значит, что вот один час я не делаю больше ничего. Вся энергия вместе со мной. I'm not looking. I'm not talking. I'm not listening. All energy with me. Я не смотрю. Я не говорю. Я не слушаю. Вся энергия со мной. When your energy not go out, this energy become without reason become joy. Когда ваша энергия не идет наружу, тогда она без всякой причины становится радостью. When energy starts to go out, energy automatic going in heart. Когда энергия перестает идти наружу, тогда она автоматически идет в сердце. And then, as energy coming in heart, you feel very good, joyful, very right, perfect, everything okay. И когда энергия приходит в сердце, вы автоматически чувствуете себя очень хорошо, наслаждающимся, все совершенно, все правильно. But before also, from mind to go in heart, you have to cross, you have to look your darkness, you have to clean your unconscious, it has to happen. Но прежде чем ваш ум придет в сердце, вы должны пройти путь вот очищения вашей неосознанности, вашей темноты, это просто должно случиться. And that thing you say, just sleeping in night and wake up in middle night, 3 o'clock, 4 o'clock, then cannot wake up, feel empty, enjoy that. И вот эти вещи, которые вы рассказали, что вы просыпаетесь ночью, потом не можете уснуть или встать, вы просто должны наслаждаться этим. If sleep not coming, just be relaxed, meditate. Enjoy whatever happening, watch, and lying, and this is meditation. Will be meditation. И если сон не приходит, просто расслабьтесь. Что приходит, то приходит. Просто наблюдайте и вот расслабленно лежите. И это и есть медитация. And when you going in meditation happens. Sometimes sleep is very less, and sometimes much sleep also happens. Sleeping also much. Иногда мы сонные, если я правильно понял, иногда мы сонные, иногда мы менее сонные, но вы тоже это состояние должны наблюдать. Иногда вот вы говорите, что вы просыпаетесь утром и не можете и не уснуть, и не хотите вставать, но здесь есть люди, кто более сонный с утра, например, спит с утра. So it's okay. If sleep not coming, okay, enjoy that. If sleep coming more, sleep also. Just this sleep makes you more healing, more cleaning. Если вы не спите, то нормально. Если вам хочется побольше поспать, то спите, потому что этот сон дает вам больше исцеления, больше очищения. Just be watchful, watching whatever is happening. Go look it, enjoy it.
Просто будьте очень внимательны, наблюдательны, и все, что с вами случается, наблюдайте и наслаждайтесь этим. Any more questions? И другие вопросы?